Это вещество без цвета, без запаха, прям как вода. Но только на... Минус 600. Абсолютно, абсолютно неверно. Минус 196 градусов его температура. Но что минус 600, что минус 196, это очень и очень холодно. Чтобы вы понимали, нигде на планете вообще у нас нету такого холода. Из-за своей температуры, посмотрите, жидкий азот у нас мгновенно испаряется. Если кто-то из вас осмелится опустить свою руку в жидкий азот на 5 минут, то в течение 5 минут ваша рука отмерзнет. Да, она превратится в лед в прямом смысле этого слова. Вначале она покраснеет от ожога, потом она посинеет от обморожения. Потом она почернеет, потому что все внутри вашей руки уже умрет. И если стукнуть ей об стол, она сломается и треснет, как стекло. Вот сейчас вот мы на вот этой девочке покажем. Все посмотрим, да, на тебе? Нет? Окей, я шучу, конечно, мы этого делать не будем, это опасно для вас круг. Мы сделаем по-другому. Мы возьмем жидкий азот, возьмем мою руку и сделаем вот так. И с рукой ничего не будет, так как между нашей рукой и жидким азотом образуется воздушная подушка, по которой жидкий азот скатывается, не вредя нашей коже. Кто хочет попробовать, держит руки перед собой. Сначала первый ряд, потом второй, потом третий. Хорошо? Я подойду, всем налью. Кто хочет, никого не заставляю. Сначала первый ряд пройдусь. Для следующего эксперимента мне нужен вот этот вот шарик. Как вы думаете, что будет с шариком, если на него... Окей, абсолютно верно. Так как внутри шарика у нас есть газ, а газы, так, газы от холода будут сжиматься. Смотрим. И вот что стало с нашим шариком. Но это ненадолго. Если мы его согреем, он снова приходит в свое прежнее положение, потому что газы внутри шарика согрелись, расширились и снова заняли себе нужное пространство. Жидкий азот, если он постоянно у нас испаряется, где он хранится, как вы думаете? В воздухе. В воздухе? В бочках. В бочках он хранится. Эти сосуды называются сосуд Дьюара. Из него жидкий азот не испаряется. Окей, жидкий азот есть. Горячая вода есть. Температура примерно 100 градусов. Окей, две жидкости. В одном минус 200, в другом почти что плюс 100. Из обоих идет пар. Если мы их совместим вместе, что будет? Много пара. Да, будет резкий перепад температуры. И будет образовываться у нас пар. Я хочу еще.
давление. Если закрыть этот термос сейчас на 100%, то он разорвет этот термос изнутри. И будет взрыв у нас. Этого мы тоже делать не будем, потому что можем все пострадать. Вот так вот я себе завариваю чай. И жутко лазаем. Окей. Для следующего эксперимента мне нужна, нужен тоже такой аппарат. Я первую руку поняла. Вы сейчас не все ей будете завидовать, поверьте мне. Я хочу. Зовут? А? Ясмин, ты знаешь, что мы сейчас будем сейчас? Нет? Окей. Вот есть Ясмин, даже кто знает. Мы знаем, что будет. А? Ой, наверное, будет больно. Или нет? Не знаю. Это очень больно. Есть Ясмин, скажи всем привет. Всем привет. Окей. Сколько тебе лет? 9 лет, Ясмин. Вот у нас тут есть уксус 5% и кислота 98%. Мы ее ручку замаринуем вот сюда. Или расщепим. Выбирайте. Расщепим! Фу, да, смотри, ничего страшного, что пойдем на свой. Все видели, как надувают такие гигантские мыльные пузыри, да? Все видели? Да. Мы сейчас с вами постараемся надуть такие же гигантские мыльные пузыри. Не знаю, получится ли. Мы берем маленькие вот эти пузырьки. Так, здесь они повыше. Не отпускай, хорошо? Смотри в камеру. У тебя твоя мама снимает. Улыбнись, посмотри в камеру. Все, кто хочет, подходим, сюда встаем в очередь. Все. Договорились? Хорошо?